Витраж мы будем собирать на листе фанеры. Нам нужно закрепить эскиз, чтобы он не сдвигался. Я использую клей-карандаш. От другого клея может съежиться лист и получится не очень ровный эскиз. Итак, приклеиваю к фанере наш эскиз, рабочий чертеж. И теперь выстраиваем рамку. Для рамки я использую штапик. Вот такой 5-миллиметровой толщины штапик. Ширина его 2 сантиметра. Собирать я витраж буду слева направо, поэтому правую сторону я оставляю открытой. Мы ее будем в конце закрывать уже профилем. Нам рамка с этой стороны не понадобится. Креплю я все маленькими гвоздиками. Не забиваю большими гвоздями или саморезами, потому что профиль будет цепляться за торчащие части гвоздиков или шурупов. Поэтому я фиксирую все вот такими маленькими гвоздями со шляпками. Причем забиваю до конца, чтобы не торчала шляпка, иначе нам будет сложно двигать профиль, производить замеры, потому что профиль будет постоянно цепляться за торчащие части гвоздей. Важно не сдвинуть эскиз, не замять края, чтобы штапик лег параллельно эскизу. Как вы заметили, у меня отверстия были просверлены в штапике для того, чтобы быстрее забить гвоздики. Но эти отверстия не обязательны, просто-напросто нужно будет потрудиться молотком подольше. Итак, рамка готова, начинаем собирать витраж.